В Минске завершилось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Украине. Стороны договорились разработать дорожную карту по освобождению пленных. Об этом по итогам переговоров заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Участники обсудили работу совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе. По словам спецпредставителя ОБСЕ, стороны пришли к согласию по поводу того, что деятельность центра является полезной, но работать надо эффективнее. Контактная группа обсудила сегодня судьбу украинской военнослужащей Надежды Савченко. В следующий раз заседание пройдет 6 апреля.